В Майнкрафт играешь? Можно потише, пожалуйста, не мешайте. Это что такое? Это моя копилка. Здесь были деньги. 130 тысяч. Это что такое? Я не понимаю. Это моя копилка. Что? Ух, iPad Pro. Ты ничего не хочешь нам сказать? Вот он, этот iPad, называется планшет iPad Pro. Цена его 119 тысяч рублей. А то сейчас... У меня уж прямо это нервы. Ой. Нервоз. О! Какое яблочко красивое. Яблочко Apple. Нужно ее. Нет. Что происходит? Да что надо? Друг, послушай, ты можешь так же, как и я, стать владельцем сервера на нашем сервере в Майнкрафте. Став владельцем, ты получишь почти такие же права на сервере, как у меня. Например, ты можешь превратиться в невидимку прямо перед Грифером, а потом появиться прямо у него за спиной. Владелец сервера может превращаться в любого моба, ну, например, в плазму. Став мобом, полети Гриферу ломать его сундуки с алмазами, пусть он офигеет. Так, все, давайте-ка превратимся обратно в игрока. Кстати, послушай, став владельцем сервера, ты сможешь построить себе абсолютно любой дом на сервере, и никто тебе его не сломает. Смотри, как это выглядит. Грифер подходит к твоему дому и пытается его сломать. Но Грифер получит сообщение, что это регион владельца сервера, его сломать нельзя. Владелец сервера может установить себе вообще любой префикс. Ну а хочешь, вообще отключи себе префикс. Став владельцем, ты сможешь вычислять настоящий IP-адрес Грифера с помощью команды syn. Прописываем в чате команду syn Грифер, и нам выдает настоящий IP-адрес Грифера. Теперь можно троллить Грифера. Получив доступ к региону, ты можешь полностью разломать дом Грифера. Ну а потом пропиши ему настоящий килл. Став владельцем, ты сможешь устроить судебное заседание Грифера. С помощью команды Jail ты можешь посадить Грифера в тюрьму и позвать игроков со всего сервера. Судья, что вы думаете по поводу Грифера? А вы что думаете? Итак, решено прописать килл Гриферу. Все эти права ты можешь получить, если ты станешь владельцем сервера на сервере Серджо Краб. Привилегия владельца сервера без скидок стоит 6000 рублей. Ну и конечно, мы запускаем скидки в 97%. И кстати, купить привилегию ты можешь прямо со своего телефона на нашем сайте Серджо Краб. Становись владельцем, заходи на Серджо Краб. IP в описании под видео. Привет. Здрасте. Смотри, что. Опа. Я нашла. iPad? Да. Подожди, iPad Pro? Еще раз? Неделю назад у меня покупали... Подожди. У Вики появился, я не знаю, что делать, откуда у нее. А вы говорили это ей? Нет, еще пока я только нашла, она, видимо, от меня спрятала. Надо выяснить, да. Откуда у нее появился. Я пойду? Да, давай, заходи. Так. Я пойду пока уберу. Она в комнате сейчас? Она сейчас в зале, да. Давай посмотрим, чем она занимается. Сейчас, 5 секунд, подожди. Хорошо, хорошо, хорошо. Ты пока разуешь. Так, тихо, ребята, она не знает. Давай я поснимаю пока, чем она занимается. А, я могу камеру тебя... Да. Стой, она не знает, что она здесь? Хорошо, ладно. Так, я на ты, на видео. Ребята, если что, я знаю ее, я с ней уже на ты, не удивляйтесь. А меня здесь типа нет. Снимай. Сейчас мы посмотрим, чем Вика занимается. Она вон играет в Майнкрафт. Мам, ты че, блогер, что ли, заделась? Смотри, я камеру купила, какая классная у меня. День я теперь тебя пошла? Буду снимать. Ну, классно. Как ты играешь, чем ты занимаешься? Снимаю. Что ты делаешь? В Майнкрафт играешь? Да. Как учеба? Нормально, вообще отлично. Как настроение? Плохо. Что такое? Что случилось? Ну, по литературе это. Ну, вот ребенок у меня вместо того, чтобы делать уроки, заканчивать год, отлично. Она играет в Майнкрафт и больше ничем не занимается, в принципе. Ну, понятно. Вот тем мы и занимаемся. Ладно? Ладно, продолжай играть. Давай, счастливо тебе. Короче, она играет в Майнкрафт. Играет в Майнкрафт? Да. Даже не загадывается, да, что? Она не загадывается. Айпадик-то. Ну ладно. Нет, она про это ничего не говорит. Ничего не говорит, да? Ну ладно, заходим, теперь я. Открываем дверь. Давай, заходи. Вика! Привет еще раз! Да привет! Ты, ты что? Здорово! Здесь ну, что, а вот я... Майнкрафт играет? Это на Майнкрафт... Подождите, у вас есть на телеке Майн? Огромный? Да, как оказалось, что есть. Так это плойка у вас уже целая? Нифига, вы еще и так играете? Вика, я кое-что узнала, сейчас я схожу. Ты пока тут с ней посиди. Можно потише, пожалуйста, не мешайте. А я пришел, тебе ничего не мешает? Да, работает человек, можете выйти, пожалуйста. Я пришел, тебя снимаю с камерой. Ты что играешь? Хочу играю, нет, хочу. Я здесь нашла кое-что.
Хотела бы выяснить, откуда это у нас. iPad Pro. Виктория! Ты вообще в курсе? Виктория! Ты ничего не хочешь нам сказать? Уберите, пожалуйста, что-нибудь тебе не... Виктория, вставай, давай выясним, что откуда. iPad. Вик, это твоя вещь? Нет, не мою. А че? Не мою. Вика, iPad, это ты задонатила деньги, ты в курсе? Это не я! Вик, слушай, я тут убиралась на днях и нашла iPad. И хотела бы узнать, откуда он у нас появился. Вика, вставай. Откуда? Мы сейчас тебя снимаем. Откуда? Ты что? Ты еще гриферишь в Майнкрафт? Меня, а ты гриферишь в Майнкрафте? Еще да здесь? Я играю! Ну что, дорогие друзья, вот написано: все на Еварп, випка, раздача доната бесплатно. Вы сейчас сами видели, она накупила много владельцев сервера. Опять, посмотрите, сюда телепортируются люди, вот они бегают, посмотрите. Сейчас здесь будет происходить, мне даже страшно, что я с неизвестного ника босс. Посмотрите, что сейчас здесь будет твориться. Ой, как много людей, посмотрите, что сейчас будет делаться. Посмотрите, они все полетели, полетели все, обратите внимание, все просто полетели. Посмотрите, сколько людей кильнулось, обратите внимание. Посмотрите, они просто падают. Посмотрите, просто на ваших глазах сейчас разбиваются они просто. Что тут творится, друзья мои? Обратите внимание, и сейчас пол восстановлен. Ой, лагает, потому что здесь, посмотрите, все здесь лагает, лагает, обратите внимание. И теперь люди опять сюда телепортируются. Видели, что было? Вы видели, что сейчас творилось? Это просто невероятно. Люди просто полетели вниз. Это было очень жестко. И, о, здесь даже, здесь можно вылететь. Посмотрите, здесь дырочка осталась. Сейчас я пытался найти этот ник. Где это она делает? Она опять накупила много владельцев сервера. Здесь даже лагает, потому что здесь валяли сейчас. Вот, ресурсы валяются. Земля чья-то. Ну, земля это тоже ресурс. Чтобы, почему бы и нет. Вот, друзья мои, вот этот владелец сервера. Name Water. Это один из ее владельцев сервера. Посмотрите, у нее даже сейчас в руках блок. Ну, это у нее скин как бы обычный. На самом деле это она. Она накупила много владельцев сервера. Обратите внимание, что здесь творится. Вот, опять люди сюда прилетают. Вот она стоит с блоком. Типа, видите, да? Вот она летает. Опять полетели, посмотрите, опять упали, разбиваются люди. Обратите внимание, что здесь творится. Меч был, видели? Был крутой, классный меч. Вот мы с вами сейчас так летаем. Это я просто убирал здесь, как бы нажимал F1, чтобы вам не мешал мой ник. В общем, я с ника босс. Смотрите, какой у меня, кстати, скин. Босс, владелец сервера. Я не скрываю, что я владелец. Да, я владелец сервера. Обратите внимание. Кстати, здесь люди поставили какие-то сундуки. Давайте по... Нет, кто сейчас сломал? Видели? Name Water сейчас сломал. Вот, это она делает. Она разламывает здесь все сейчас. О, люди. Кстати, давайте посмотрим, что здесь было на табличках. Вот тут написано: простой тут 2 минуты. Получи планшет. Причем здесь получи планшет, вообще непонятно. Она восстановила пол обратно, типа, чтобы люди опять телепортировались. Смотрите, там кто-то что-то ломает. Видите, да, внизу еще и ломают что-то. Говорю, несколько владельцев сервера. Я подарю тебе админку бесплатно. Смотрим, да, смотрите. Простой тут 2 минуты и получи планшет. Хочешь iPad простой тут? Хочешь iPad? Причем здесь iPad? Не понимаю, причем здесь iPad? Откуда здесь iPad? Я не понимаю. Все, жди, ща будет админка. Я разыгрываю iPad. Да при чем здесь iPad? Я не понимаю. Вот, короче, люди сюда... люди опять сюда телепортируются. Смотрите, я не знаю, чего они ждут, но они опять сюда телепортируются. Здесь вот так вот... В итоге люди стоят, ждут, видите, да? То есть они не уходят, они вот так вот ждут. Потом, не знаю, она будет пропить. Где этот был? Где она была, владелец сервера? Посмотрите, что-то здесь тоже строится. Сюда уже люди строят. Кстати, хочу сказать, что тут были дома, я уже специально их отметил. Это тоже был дом. Вот лагает, сейчас прогрузит. Этот дом теперь сломан, потому что это был... Он был сломан. Молодец, да-да-да, еще один. Кстати, возможно, это один из владельцев. Она играет с разных ников. Этот дом был сломан ей же, этими никами. И этот дом тоже был сломан. Кстати, обратите внимание, это тоже ее рук дело, да. Дом тоже был целый, и он разломался, потому что она с разных ников ломает дома людям. Вот что здесь происходит. Мы сейчас... наконец-то, вот, видите. Кто-то догадался, красава, кто-то догадался и построил здесь защитное укрепление. Видите? Опа! Сет 0, а люди все равно выжили, потому что здесь стоит вот эта теперь штука. Красава, спасибо, кто это делает. Короче, это делает она со многих владельцев сервера. И написала она в чат, тоже, типа, разыгрывается админка. Она написала, смотрите, если бы EWARP VIP-ка, да, то мы с вами оказываемся здесь. Вот, но так как я в гейм 1,
Я вот как бы не падаю. Все это делает она с многих владельцев сервера. И видите, да, сейчас ее ник пропал. Ник пропал, помните, да, этот геймнейм, как это было? Ну, я забыл, ребята. И теперь его здесь нет, потому что она как бы улетела. Улетела, потому что она видит, что люди уже здесь как бы строят вот эту защитную фигню. Вот, видите, да, Лоло Вита, красава. Кстати, походу это... Походу, это владелец сервера, но скрыл свой префикс. Красава. Мы, короче, специально поставили скидки долгие. Короче, у нас половина майских были скидки. Короче, потому что у нас очень сильно стали донатить огромные суммы на владельца сервера. Мы поставили владельца сервера за 500 рублей. Каждый день практически он вот играл. Даже Пикачу здесь сидит, постоянно видит этого владельца сервера по 500 рублей. И да, у него реально стоит владелец 500 рублей. Ладно, минутка юмора. В общем, она накупила владельцев сервера по 500 рублей. Их было очень много. Это ей не... помешало их купить много. Кстати, так даже проще. В общем, мы иногда будем убирать владельца сервера из продажи, ну так, на пару дней. Поэтому, блин, заходи, становись владельцем, вот, выбирай владельца или, ну, кого ты хочешь. Ну, вообще владельца, вот, выбиваешь, пишешь здесь любой ник, который ты хочешь, например, Серджио, раскупаешь, жмешь кнопочку «Купить» и все, у тебя становится владелец. Вот, как она купила много владельцев. Мы пока держим скидки, дальше продолжаем. Все, смотри дальше. Хочу вам сказать то, что если вы досмотрите до конца, я отдам вот этот владелец бесплатно вам, бесплатно, с этим ником «Босс». Я специально выбрал такой ник «Босс». Посмотрите, это очень редкий ник, его нужно еще суметь занять. Ник «Босс», и вы получите этого владельца бесплатно, если досмотрите до конца, потому что в конце вас ждет этот ник. Вам нужно только досмотреть до конца. Все, ребята, друзья мои, так. Да мы знаем, да ты и так, да ты постоянно играешь. Что-то я сама создала еще самому. Кого ты создала? Ты в курсе, что тебе... А это вообще дорогая вещь? Это дорогая вещь? Это вообще дорогая? Это, они разных цен есть. Да дорогая, конечно, iPad Pro. Что еще хотите? Это он мне подарил, так что пусть... Кого я... Что я тебе подарил? Что я тебе подарил? Какие такие заслуги? Вот у нее... Крутая и очень классная. Это у нее есть приставка, да? Это PlayStation... Это что, PlayStation? Да, PlayStation. Sony PlayStation. У нее есть компьютер. Зачем ее? У нее есть телефон. Тебе зачем iPad? Я не пойму. Вообще-то не компьютер, а ноутбук. Ну ноутбук, какая разница? Аня, ты что ли, Аня, ты с тобой разговариваешь, что ты занимаешься? Я не хочу с ним разговаривать. Это он мне подарил за мои заслуги. Подожди-ка, откуда ты могла взять деньги? iPad стоит денег. Друзья мои, я решил посмотреть. На самом деле похожих iPad'ов очень много, и цена их разная. Бывает от 50 до 250 тысяч рублей. Но я примерно почитал, сколько пропало у ее мамы денег из шкатулки, да, и сколько стоит iPad. И, в общем, примерно вот он, этот iPad. Называется планшет iPad Pro. Цена его 119 тысяч рублей. Вот он. Он, по сути, такой же на вид. Но у него есть разные характеристики. Непонятно, какая характеристика у него была, которую она купила, но, в принципе, вот он похож. Цена его 119 тысяч, вы можете сами посмотреть на разных сайтах. Если здесь полистать, вот он, iPad Pro. Здесь есть даже целый видеоролик, iPad Pro, перерод в мире компьютеров. Ну, короче, вот эта вся фигня. Ваши идеи обретут очертания. В общем, вот эта вся фигня, вы можете почитать, сами полазить на сайтах, посмотреть. Цены бывают разные, но вот этот iPad похож, его цена равна 119 тысячам рублей. iPad Pro. Все. Может, это мне, может, это мне подарок? Да какой подарок? Че? Никакой. А ну нужен вообще? Вообще-то это он мне подарил. Я бы не отказался. Не я. Не, ну это, а если это на твои деньги, не тоже мне подарил? Это он мне подарил. Что я тебе подарил? Ты гриферишь, она еще грифит в Майнкрафте, очень жестко, опять. И, а, вот, кстати, а я думал, там в Майнкрафте она когда гриферила, там было написано «разыгрывай iPad». Какая-то ерунда была, так зачем ты это писала? Это не я писала. И не ты гриферил. Сейчас опять будет там Аня, там новый никнейм. Нет, у тебя другой был никнейм какой-то. Это мы уже а сколько? На какие деньги купленные эта слушай, штука? Подожди-ка. Ну-ка, подержи, нормально, подержи. Я сейчас приду, 5 секунд. Ты опять будешь играть? А... Виктория! С тобой разговаривать, могла бы встать. Так я стояла. А то, что, вот я тебя с ним. Ты зачем это сделала? А? У меня на прошлый. Зачем ты это сделала? Что? Ты я зачем купил? Так, слушай-ка меня, сюда, дорогучек. Это что такое? Это моя копилка. Здесь были деньги. 130 тысяч. Это что такое? Я не поняла. Это моя копилка. Что? Это раз. Где деньги? Брать теперь. Там сколько здесь дело было? Сколько ты взяла? А, она еще задонатила в Майнкрафт. Даже деньги раскидала. Ты посмотри, как ты маму развел, она же деньги раскидала. Так, что нам нужно с ним делать? Подождите, давайте посмотрим, он там вообще есть? Давайте посмотрим. А может тут вообще ничего нет? Может там вообще ничего нет? А то сейчас... У меня уж прямо это нервы, ой. Нервоз. Ой. Какой красивенький, а может мне его?
Ну, не знаю, куплю на ваши деньги. На семейные. Какой классный. Классный. А может, ты подарок? Какой тонкий. Это, может, мне подарок? За все. Он работает, нет? Ну, что-то маникюр. Дарить кому-то? Там... Ну, у меня просто так, ну, вот там кнопочка сверху. Где? Я просто, у меня не было никогда такого. Надо подержать. Да, надо подержать. Mm-hmm. Это, наверное, как, ну, о! Какое яблочко красивое. Яблочко, Apple. Да. Ты как будто в жизни... И сколько это яблочко стоит? Ты как будто в жизни яблоко не видела, серьезно. Такие ой, нет. Какое красивое яблочко. Это взять яблоко, откусить, волосы, котик, красивое яблочко. Очень красиво. Я могу его себе забрать? Нет. Это он мне подарил. Почему? Ты вообще-то подарки нельзя забирать вообще-то. Красота. Короче, можно мне? Нет, нет, так это... Не, если пожалуйста. Нравится... Так это на деньги-то... Это он мне подарил! Так, деньги ты потратил опять мои. Да это он значит, подарил, говорю себе. Еще раз. Все, забирай а, себе. Вы себе его забирали? А что нет? А почему нет? А, ну устраивает такая покупка? Нет, за такую цену, конечно, нет. Там еще Майнкрафт донат был на несколько тысяч рублей. Там по скидке она все накупила, короче. Ну у меня было в копилке 130 тысяч рублей, осталось 1000 рублей. Где все остальное? Это не я. Ну я не знаю, сколько iPad а стоит. А прикинь, это он взял твои деньги. Да украл... что ты болтаешь? Кого я... Ну что болтаешь? Ты хотя бы... Если ты говоришь, говори по существу. А не просто вот что-то ты выдумала в голове, и ты говоришь, хорошо? А откуда ты мне подарил iPad? Откуда? Откуда ты мне подарил iPad? Какой iPad? Ты зачем? Ну ты-то зачем iPad? Купила его? Зачем ты его купила? Ты подарил мне iPad, сказал маме не рассказывать. Вообще-то. Скажи мне, пожалуйста, зачем он нам? Для чего он? Это он мне подарил. К нему все вопросы, не ко мне. Ну, ты его забираешь себе? Ну, я не знаю. Сдавать не хочешь его в магазин? Красивый? А можно, да? Не знаю. У меня вопрос, сдавать, не сдавать. Ну, а вообще-то у него и по-любому уже не красивый дарит. Какой. Мне бы вот он бы это подошел. Я бы тут работала на нем. Ты ржешь. Подошел вам тебе. Ну, тогда... Он тебе не подходит вам. У меня такое впервые, когда родители говорят, что ему все нравится. О, можно и ее. Нет. Что происходит? Так он устраивает iPad? Ладно, очень смотрите, классный, у нас какой хороший... Очень классный iPad. Так его можно... Ой, супер, супер. Меня пофоткай, мам. Но деньги мне нужнее. Мне кажется. Я на отдых копила. И уже это второй раз не могу накопить. Благодаря ребенку своему. Это не я. Ты за... Ну, ладно. Я так смотрю, ты не очень расстроена, как мама. Может, ты его себя ставишь? Я фиг узнаю. Нет, 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 мы его вернем. Куда его возвращать? Я не знаю, надо это смотреть. Это он покупал и подарил мне. Да что ты, какой покупал? 100 с чем-то тысяч рублей, это очень дорого. У меня неделю назад, такой же, MacBook купил Грифер. Ты что, ты покупил... Ты смотрел уж какой-то видос про это. Ты видос смотрел? Да. Ты из-за этого купил, что ли, или что? Потому ну, что только купил. Ты же по-любому смотрел, он на телефоне, посмотри. Ты что, ничего ну, покажи, нет. Давай посмотрим. Да, нельзя смотреть. Мой личный папа, нельзя. Нельзя. Показывай. Ничего не смотри. Она ведут ну, а что за совпадение? За неделю вторая техника Apple покупается. Вы это специально делаете, все гриферы, или что? Конечно. Смотрит мой канал. Ты знал, что я, наверное, приду? Я откуда знала? А что вы там хотите сейчас посмотреть? Как проверить, что там? Ну, она там это видео свои смотрела. Покажи, давай, бегом. Ну, давай, смотри. Что это такое? А, вот какие-то вот, смотри. Грифер. Так это мой канал, конечно. Ну, вот она смотрела. Так ты смотришь мой канал, естественно, вот. Грифер украл 249 тысяч рублей у отца и купил MacBook. Вот, только что было. А у меня сколько ты украла? Я ничего не брала. 120? 119? Я ничего не брала. 118? Сколько да? было, столько. Ну, вот она этим и занимается. Насмотрелась в твоих видео, видимо, решила то же самое. Это я вам еще деньги не верну. Да, я вообще жду, если честно. Но я решил вернуть, потому что iPad уже куплен, уже не смешно. Деньги ушли на iPad, я верну вам деньги, которые вот, те 96 тысяч, я вам верну. Это вот из-за iPad, потому что она так сделала. Когда? Могу вот вернуть. Хорошо, можно. Сейчас не верну, у меня с собой их нет, но я верну. То есть ты нам возвращаешь, и мы берем. Нет, я все-таки хочу его... Нет, ты смотри сама, подожди, у меня такого ролика... У меня обычно все рвут волос на голове и говорят, нафига нам эта штука, как бы надо все сдать быстрее, а ты... Нет, давай, держи, твой подарок отдаем. Да какой подарок? Это не мой подарок, это твой подарок. Очень. Я же понять не могу. Мой подарок кому? Почему мой
берем у меня деньги и покупаем какую-то технику. Да в принципе, не я могу обойтись и без нее. В принципе, я могу обратно ее сдать, но у меня деньги. Кто вернет теперь? Где ты ее брала? Да, он отстал ее. То сон дарил мне. То есть ты мне вернешь. Правильно я понимаю? Да ничего я не дарил, ничего не вернул. Что ты втираешь? А что ты тогда ржешь, раз ты ничего не дарил, а? Короче, она где-то это купила, не знаю где. Надо смотреть. А где они продаются? Не знаю, они много где продаются. Разные магазины есть. Nvidia, DNS и прочее. Я не покупала, да он покупал все. Когда он тебе успел подарить? Ну вообще-то мы виделись именно на выходных, он такой, только маме не хочешь, что тебе подарил iPad. Нифига себе. А я где был, когда мы виделись? Чтобы гулять вообще-то, если что. Ну вообще-то я не ходила гулять. Вот я тебе специально отмазку это сказала, чтобы с ним увидеть, чтобы он не подарил. Какое бредятина. Мама красоту. Здесь, перед тобой стоит. Ну что делаем-то? Я, смотрите, это вам решать, что делать-то? Хотите, возвращайте его, разбивайте. Это, у нас есть ноутбук, у нас есть планшет, у нас есть телевизор, у нас есть телефон. Зачем нам еще? Тогда разбирайтесь, где это было куплено, пишите сюда, возвращайте, либо... Ну, я буду писать, куда нам не писать? Вот и вот с нее и выбивайте эту информацию. Виктория, я... Сократия. С тобой пока не решили вопрос, куда писать, что? Так а я тут при чем? Он подарил к нему. В общем, все, я не ожидал. Давайте сами здесь. Я пошел домой. Я как день... сами? Нет, ну это не я ж купил. Да, это она купила. Я говорю, что ты ей подарил. Что делать? Ты веришь? Сомневаюсь, конечно. Да что надо? Давай разберемся, куда мне сдать этот вот iPad. Разбирайтесь, а я пойду домой. Вика! Мы будем разбираться, нет? Все, разбирайтесь. Я пошел домой. Мне тебе верить или нет? Две недели у вас есть? Две недели. Где чек? Чек. Потому где? Что она вон играет. Играй дальше. Я здесь ни при чем. Владельцев я у тебя всех заберу. Собирай, давай, и зрителям я еще ну, показал уже здесь. Вставки были, как ты гриферишь. И владельцев у тебя больше нет. Вообще-то я сама построила мир, сейчас сама рушу. И сама рушишь, все. Возвращайте iPad. Ну что, мой друг, спасибо, что досмотрел до конца, дружище, ты можешь получить этого владельца сервера бесплатно, а для этого тебе нужно найти вот этот домик по координатам, ребята, вам нужно просто найти вот этот домик в этом прикольном месте, и здесь будет находиться прямо внутри вот там табличка с ником и паролем от этого аккаунта, друзья мои, ничего трудно, просто нужно найти вот этот домик, а чтобы найти этот домик, вам нужно, смотрите, просто нажать F3, и вот они, координаты, я вам показал эти координаты, вы должны сюда прибежать по этим координатам и найти вот тот домик, координаты видите на своих экранах, заходите с любого аккаунта, с любой привилегии и бежите сюда на эти координаты, которые видите на своих экранах, ничего трудного, вот они эти координаты, и в том доме прямо находится логин и пароль от этого аккаунта, этот аккаунт у нас с владельцем сервера, вот такая полянка, вот так здесь прикольно, что-то здесь строят, лучше бы я не видел то, что сейчас сзади меня построено, короче, ну-ка, что здесь у нас написано, ничего не написано, в общем, вы можете получить этого владельца бесплатно, смотрите, можем даже с вами, префикс. О, мы сейчас с вами спрячем префикс. У нас будет вот такой префикс. Если кто не верит, можем прописать GM0. Видите, у нас уже нет GM, у нас потерялись жиськи. Мы не можем уже никуда взлететь. О, здесь что-то построено. Мы можем прописать GM1 и взлететь. Посмотрите. О, так мы с вами сможем летать. О, все, у нас префикс пропал, спрятался точнее. Вот, пожалуйста, можем написать любой другой префикс, который хотите. Ну, в общем, вы получите вообще все права, которые здесь указаны. Можете защищать свой регион. Ну, короче, все можете получать, защищать. За IP в описании под видео залетайте. И смотрите, мы даже с вами можем поставить E-Night, если захотим. Вот такая ночь, все, ох, какой красивый дом. Короче, вы видели координаты. Летите туда, в тот дом, вон тот дом. И вы найдете логин и пароль от этого аккаунта, все, всем спасибо, всем пока. Быстрее залетайте, а то кто-то быстрее вас успеет взять этот аккаунт. Всем пока.